Привет всем подписчикам и зрителям канала Blender 2.81 и радостная новость, канал перепрыгнул за 1000. В этом ролике хотелось бы рассмотреть, как сделать кошку. Мои ошибки, какие трудности у меня возникли, погнали разбираться. Так, куб удаляем, Delete, и заходим в файлы, находим именно кошку. Импорт, она у меня в Ops формате. И сделана на нее ZRMesh, именно модель ZBrush. Многим, наверное, она известна по прошлому ролику. И погнали. Вот она подгрузилась. Вот такая кошка. Я ее не стал ставить в симметричную позу. Ну, вот так и пусть и, подумаю, останется. Может быть, это и неправильно, но погнали смотреть, что получилось. Нажимаем 3 на нампаде, и надо эту кошку поднять. Вот мы ее поднимаем вот так вот. И немножко можно даже вот так центр поймать. Где-то вот тут пусть по хребту будет. Вот так вот. Ну вот так выглядит он на нампаде 1. Вот теперь нужно подгрузить скелет. Хотел я сделать свой скелет, но для понимания не стал заморачиваться. Теперь вот в следующих роликах постараюсь свой скелет сделать. Объясню потом, почему. Так, заходим в Add, находим арматуру. И есть тут вот Animals. Находим Cat, кошку. Вот кошка подходит нормально. И подгружаем ее вот сюда. Вот она здесь вот появилась. Предварительно можно с S, английское, уменьшить именно модель самой вот этой кошки. Чтобы потом было более-менее радостно с ней работать, а то большая, иногда это плохо. То камеру настраивать, то еще некоторые вещи делать. Ну, пусть такой пока размер будет. Shift зажатый, зажатое колесико поднимаем. Нажимаем на кости кошки и жмем тут Scale S. Где-то вот так. Сильно не поднимаем. Заходим теперь в функцию Object Date и находим Viewport Display. И включаем InFront, чтобы видеть кости. Вот так. Все по прошлым роликам. Вот голова совпала. Здесь, кстати, есть и лицевые. Вот это можно сделать лицевую анимацию. Но это нужно немножко поработать именно с самой кошкой. Чуть-чуть переделать ее, перелепить и так далее. Так, вот такой каркас, вот такая кошка. И вот первый вопрос, 3 на нампаде. Нужно установить ей вот эти вот именно кости. Выделяем, чтобы выделить, не зацепив соседние кости. Вот так вот боком можно поставить. И вот так вот, допустим, раз вот выделить. Так, теперь, наверное, еще чуть-чуть ее прибавим, S. Вот так, чтобы уже не ловить плечевые сильно и задницу. А ноги это можно уменьшить. Теперь заходим именно в Edit Mode. Включаем Z. Так, теперь предварительно еще кошки Z включим Warframe. Чтобы вот так вот более-менее видеть все это дело. Нажимаем теперь на кости. Вот теперь можно в Edit Mode. И вот таким вот образом чуть боком ставим. Снимаем выделение, левая кнопка мыши, вот так все выделяем. И G, английское, подставляем, используя 3 на нампаде, где-то можно R, английскую, чуть-чуть подкрутить, опять же G. Вот так устанавливаем, еще можно чуть-чуть подкрутить. Ну, словом, вот так вот лапа становится. И смотрим со всех ракурсов, чтобы ну, стало более-менее нормально по телу G. И вот так вот. Вот эти пальцы можно поубирать для начала. У меня их нету. Ну, я вот делал вместе с ними. Так, что еще? Ну и вот так вот потихоньку. Вот можно теперь позвоночник G. И вот так вот его, допустим, где-то установить. Где-то вот уменьшить. Чтобы вот этот хребет поймать. Здесь где-то вот так вот приподнять. Здесь уже можно оставить, она мешаться не будет. Ну и вот так вот потихоньку
выставляем близко, опять же, кверху не надо. Вот она вся ровно становится. Смотрим теперь вот эти вот кости. Вот так вот их выделяем. Где-то, если не выделили, можно повторно пройти. Или английское B. Нажимаете и вот так вот все это дело выделяете. Опять же G. Подтягиваем. 3 на нампаде. И R выкручиваем, куда нам надо. Вот так где-то. Теперь опять же G. Ну и можно немножко, допустим, скайл. Вот так вот. Смотрим со всех ракурсов. Опять же R немножко подкручиваем. Единственное, что вот эти вот подкрутки потом играют очень плохую роль. Они начинают выкручивать где-то кости. Ну вот я делал вот так. Рассказываю весь процесс. Так, вот кость установилась. Теперь нажимаем наверх. Так, Ctrl-Z, если что-то нажали не то. И немножко можно вот именно G уменьшить. И опять же, вот она должна, по идее, стать вот на эту, на этот изгиб. Правильно, неправильно, ну где-то вот я думаю, что вот здесь вот изгиб ее должен пойматься. А это уже цельная должна быть. Вот таким вот образом, немножко можно чуть повыше и чуть в бок увести. Вот одна нога поймалась. Теперь можно уже не бояться зацепить ту ногу. Опять же вытягиваем это все дело G. Опять же R английская. Подкручиваем. Опять же G. Подставляем. Смотрим со всех ракурсов. Все нормально стало. Ну и вот эту штуку теперь можно немножко уменьшить. Вот эту перетянуть где-то вот на этот вот изгиб. Вот этот вот. Ну а это должна уже цельная быть. Так, ну вот, в принципе, косточки вот так и устанавливаются. Не знаю, нужно показывать весь процесс. Ну, давайте покажу уже. Сейчас ролик начал снимать. Так, опять же, R выкручиваем немножко, G подставляем. И опять же, R немножко выкручиваем. И G. Вот такие вот процессы происходят. Вот, немножко его еще тут поймать. Вот косточка стала. Так, а вот здесь уже с костью нужно подгадывать. Она должна уходить уже вот на этот изгиб. Вот здесь у нее идет изгиб. На плечевую вот эту вот кость уходит, когда. И вот эта вот плечевая кость, ее нужно немножко подкорректировать. Чуть, ну, где-то вот так поставить. Здесь вот у нее тоже есть грудь, и на груди есть вот эта вот ключица. Вот на нее, на ключицу, на эту и надо выходить. Но надо чуть-чуть еще вперед вот так подавать, чтобы вот этот край нормально держало все. Так, вот эту косточку можно пониже опустить. В принципе, она нормально себя ведет. Это чтобы, так сказать, вот этот грудь, ребра не подтягивались при изменении. Так, я не знаю, можно ее потом еще соединить с чем-то тут. Вот у этого скелета, так сказать, нету вот этой функции в PostMod, Ctrl-Shift-C, нету Inverse Kinematic, не установлено вот на эти. Может быть, поэтому еще как-то ведет. Ну, в принципе, каркас готовый. Делал не любитель. Так что все должно быть правильно. На это и расчет. Так. Ну, теперь нужно вот поймать хвост. Опять же, 3 на нампаде. Как это все делается? Shift. Это вот выделяется. Переключаемся на Edit Mode. Берем вот так вот косточку. И потихоньку G. Вот эту часть тут ловим. И вот так вот G. Подгадываем ее. Сначала не принципиально вот так ее устанавливать, а потом через семерку можно Ctrl-Z, если что-то ошибается.
И через семерку уже на нампаде можно сверху посмотреть, корректировать. Вот, допустим, вот стал он ровно. Ну, уже, наверное, рука чуть-чуть набилась. А первый раз хвост уходил влево, вправо. Так, что еще тут? Эткое. Ну, вот тут этот шейный можно, наверное, немножко подкрутить, подправить. Вот так вот. Ну, и вот этот чуть-чуть, наверное, вот так вытянуть. И вот так где-то вперед еще подать, а эту чуть-чуть вот так. Ну и вот эти вот лицевые мышцы, в принципе, мне не нужны. Но я делал тоже с ними, это тройка на нампаде, опять же. И Б, английская, можно вот так вот выделить, вот таким вот образом. Или нажать, допустим, С, и вот так вот левой кнопкой мыши те косточки, которые нам нужны, именно выделить. SK снимает выделение, ну, снимает вот эту кнопку C. Вот вы видите, что лицевые нормально выделились. Так, вот эту вот косточку все нормально, снизу нормально. Смотрим со всех ракурсов. Ну, вот эту косточку через Shift можно снять выделение. Вот так вот. Ну и теперь опять же G. И немножко вперед ее подать вот таким вот образом. Ну, вот такая вот штукенция. Как раз попадает и по глазам. Все, в принципе, проработало. Вот нос даже можно С английскую нажать и вот так вот нос выделить. И теперь опять же Escape и G. Вот так и подать его вперед. Косточки чуть-чуть просто растянулись, ну а нос вот так вот пойман. Все нормально. Так, вот эти части теперь неизвестно, как их устанавливать. Ну вот, пусть будет центральная, вот так она идет. Центральная. Так. Единица на нампаде. Ну и вот она по центру вроде приблизительно стоит. Ну и на том спасибо. Можно также ловить пальцы, чуть-чуть вот делать их побольше, допустим, Skyl. Раз, вот так вот чуть прибавили в размере, вот вам уже вот такие пальцы. Так, ну вот что-то в этом духе. Смотрим, чтобы опять же, так вот, тройка на нампаде, вы видите, что вот вылезла ступня, пальцы, жмете опять же Escape. S английская и немножко G вытягиваете и немножко R как-то углубляете, устанавливаете ее назад. G. Вот так. В ногу. Желательно, чтобы они, конечно, не вылазили, чтобы потом не было каких-то больших неприятностей. Ну и опять же ловить лучше вот эти вот косточки вот на сгибах. На вот этих частях. Не близко, конечно, но недалеко тоже ставить. Ну, вот такая штука. Вот кошка в сборе. Тройка на нампаде. Следом что делаем? Нажимаем, заходим в Object Mode. Косточки выделены. Ну, можно теперь их именно сгенерировать RIG. Нажимаете вот именно функции, где находится установка видимости костей. И вот сейчас происходит генерация рига, и посмотрим, как он преобразуется. Вот риг сгенерирован. Теперь что дальше будем делать? Заходим в Object Mode. Мы в нем и так находимся. Вот выделяем теперь вот эту, вот эти вот кости. Можно теперь Z нажать, в Solid зайти. Выбираем вот эти кости. Можно их сохранить, использовать потом в дальнейших работах. Уже каркас готовый, допустим, если у вас. Ну, я удаляю Delete и оставляю только вот этот вот сгенерированный каркас. Так, нажимаем на кошку, нажимаем на каркас и жмем Ctrl-P. И опять же добавляем автоматические веса. With Automatic Widget.
Веса добавились. Веса это вот, если нажать на саму кошку, то вот виджет Paint. Вы заходите и здесь можете где-то на лапах, где-то на сгибах уже установить, раскрасить, добавить свои места где-то, чтобы мягче не было переломов и так далее. Это я уже показывал. Ну вот все установилось автоматически, здесь делать ничего не надо. И заходим теперь в Object Mode, нажимаем теперь на кости и заходим в Pose Mode. Вот теперь можно в Pose Mode полностью работать с персонажем G. Вот, двигать лапой как-то. Вот единственное, что вот идут, если сильно что-то делать, вот здесь вот изломы идут. Я сейчас покажу, почему и как. Так, вот так все это установлено. И на нампаде. Вот так вот кошка установлена. И чтобы с головы не брать именно позу, можно в интернете найти уже как раскадровку, да? Может быть, она не совсем точная, ну вот я ее использовал, сейчас покажу, как ее подгрузить. Так, нажимаем Object Mode, ставим семерку на нампаде, колесиком уменьшаем, заходим в Add, находим теперь, так, вот эту Empty, и находим Image. Подгружается вот такое окошко. Теперь можно Move использовать, ее вот так вот оттянуть, допустим, в бок. И транспозом уже это дело вот так вот увеличивать, где-то вот так вот вытягивать. Ну, вот такая штука. Так, теперь что нужно сделать? Единица на нампаде, и хорошо бы ее это дело все перекрутить. Вот так. Теперь вот так ее можно установить. И нужно в нее теперь подгрузить картинки. Как это все делается? По прошлым опять же роликам. Заходим, вот функция называется Object Date Properties. И вот находим Open. Нажимаем на него. Находим, где у вас находится эта картинка. Допустим, у меня на рабочем столе. Ставим вот здесь вот видимость больших окошек. Ну и находим то, что я тут надыбал. Изыскания мои. Ну вот, вот эту вот давайте откроем. Open. Вот она подгрузилась. Теперь нужно ее перекрутить. Ее вот видно с двух сторон. Прикольно. Так, теперь надо нажать тройку на нампаде. И можно все это дело вот так вот перекрутить. Ну, вот таким вот образом. Ну и теперь расширить. И опять же подогнать, чуть-чуть поровнее поставить. Ну и опять же расширить. Здесь уже можно сказать так наугад. Вот таким вот образом. И нужно ее теперь семерка на нампаде перекрутить. Вот так вот. Потому что будем работать стройкой на нампаде, и будет вот она нам нужна. Так, вот собачки, чем не львы, тройка на нампаде, и нужно теперь вот эту картинку именно поймать одного персонажа по размеру вот этой нашей кошки, хотя бы приблизительно. Так, где-то вот так. Возможно, все это дело примитивно, неудобно. Ну вот где-то в таком духе я делал. Так, вот так ее еще ловим. Первую собаку вот эту. Можно еще немножко больше прибавить. И немножко больше растянуть, чтобы она подходила по размеру тела вот именно к кошке нашей. Вот так вот. И немножко опустить. Ну, так, в принципе, совпадение есть. Даже можно еще больше, наверное, прибавить. Не беда, не разочарование. Пусть лучше вылазит из нашего персонажа. Вот таким вот образом.
Тройка на нампаде. И вот так поднимаем. Так, чуть-чуть надо уменьшить. Тоже есть свои неудобства, конечно, надо подгадывать, подлавливать. Вот так, чтобы более-менее потом не мается. У меня это тоже заняло довольно времени. Ну вот уже в таком духе поймано. И вот теперь мы начинаем с чего? Вот берем, допустим, голову. Заходим в POS мод. Выбираем голову и жмем G английское. И вот где-то вот так можно ее подставить и чуть-чуть R перекрутить вот так вот. Следом вот эту часть немножко G припускаем вот таким вот образом. Так, теперь здесь собака чуть-чуть удлиненная. Ноги в принципе не ловим полностью. Они нам не нужны в таком духе. Ну вот теперь берем, можно вот взять куб и G чуть вперед подать. И вот есть здесь кругляш такой. Его можно вот кверху задрать чуть-чуть, вот поймать вот этот вот таз. Так, теперь вот эта лапа нижняя, G, она в принципе нормально поймана. Вот так. Вот она вот здесь и должна быть, вот таким вот образом. Так, теперь вот эту лапу, вот эту. Вот опять же, сейчас я расскажу, чем плох вот этот каркас. Может, есть какой-то способ работать с ним по-другому. Ну вот, тройка на нампаде. И вот эту ногу теперь мы передвигаем вот так вперед. Щелчок левой кнопкой мыши. Немножко его вот так вот перекручиваем. И опять же G чуть-чуть вперед подаем. Во. Так, следом нам нужна вот эта лапа. Тут уже выходит, нужно перекручивать. Вот, теперь вот это, если мешается, вот видите, вот так ее можно поймать. Находится вот эта картинка, так, empty, вот она, ее можно отключить. И вот эту вот лапу выбрать. Здесь есть вот такая вот площадочка красная. И вот мы ее вот так, опять же, через G, вот таким вот образом, где-то вперед вот так подаем. Ну, опять же, можно что делать? Можно перекручивать вот эти лапы, полностью правильно подставлять. Вот так вот установился у нас персонаж. И нужно теперь его чуть-чуть, раз он на этой лапе стоит, нужно его немножко на эту сторону перекрутить. Это вот помогут вот эти кольца. Это уже R. Вот чуть-чуть вот так вот его раз. Ну и таз немножко, это уже куб. Опять же, R вот таким вот образом. Сильно не надо. Ну вот держим вот этот изгиб. Ну и также можно хвост немножко подрегулировать. Это вот так вот раз. Выбираем вот этот кончик и G. Вот так можно чуть-чуть. Или вот так вот припустить. Вот это будет первая поза. И вот теперь объясняю, в чем неудобство. Вот когда вы так делаете, вы видите, как она изгибается, да? Ну, дальше, когда идете вперед по позам, нужно включать Warframe. Вот, чтобы видеть внутренние вот эти вот кружочки, вот вы на него нажимаете и G, можете вот грудную клетку, допустим, регулировать. В принципе, очень удобно. Ну, вот. Есть моменты, когда перекручиваешь именно вот здесь, используя вот эти вот, поправлять можно, видите, здесь вот так вот ногу двигать.
где-то таз, вот чуть-чуть здесь можно припустить. И бывает, что, ну, прозевали или еще что-то, вот, допустим, лапа, раз, вот нужно ей добавить, ну, чуть-чуть выпуклость, вот чуть-чуть подать ее вперед, вот так вот. Так вот, вот вы уже не то что-то можете цепануть. Так что вот смотрите внимательно, вот таким вот боком. Вот уже здесь ключицы, опять же, ключицу можно и нужно чуть-чуть подправлять, а эту ключицу можно тоже чуть-чуть подкрутить. Так, раз, и R, чтобы вот эта вот не западала часть, а то он потом станет худой до ужаса. Ну и вот в этом есть пока для меня неудобство. Так-то все хорошо, но вот сейчас покажу, что получилось. И вот вы пишете, вытягиваете вот эту вот окошку нижнюю или переключаетесь уже в анимацию. Но я вот пока так вам объясню. И пишите, теперь все это дело выделяете английское А, и пишите лок, рот. Вот вы записали первую позу. Теперь нужно на 20 кадре сделать вторую. Опять же включаем видимость картинки empty. И вот так вот уменьшаем, ничего не трогаем и стараемся перетягивать картинку теперь вот именно вот этой ползунком, ну, только в Object Mode. Нажимаем на картинку и опять же вот ползунком, транспозом на вторую модель вот так вытягиваем, вот таким вот образом. И опять нажимаем на кости. И заходим теперь опять же в постмод. Вот таким вот образом. Вот у нас уже вторая собака. Мы ее, опять же, она чуть-чуть перекручена. Не привязываемся полностью к ней. Нам нужна именно постановка лап. Вот этих вот. И получается вот эта лапа теперь. Опять площадку находим. Вот видите, есть неудобство. Ее почти не видно. Опять же, 3 на нампаде. И теперь вот эту лапу G. Вот надо ее увести. R. Вот так чуть-чуть ее выкручиваем. Вот так вот. И теперь G немножко вытягиваем вперед. Чтобы не было излома. Смотрим опять же, как она себя ведет. И вот нужно вторую теперь лапу, вот опять приходится вот так приближать, находить вот эту площадку. Есть опять же неудобство. Так, эту можно выключить. Вот она аж под низом. Вот она, красненькая. Так, это не то. Ну да, вот она. А ну смотрим. G. Ага, она. И вот теперь мы ее уводим вот сюда. Тройку на нампаде. Так, и вот эту заднюю лапу чуть-чуть больше уводим. G. И немножко вот как-то вот так вот, наверное. Раз. Вот теперь ее нужно развернуть вот здесь. Тоже есть неудобство, но вот задница держится, тут кости есть боковые. Опять же можно закруглить хвост, вот так, используя, можно даже транспозом, вот так вот. Раз, вот так. Ну вот еще одна поза есть. Тройка на нампаде. Нужно теперь поймать хребет, вот этот, вот эту вот часть. Жмем Z Warframe, смотрим ближе, приближаем, находим колесики, вот эти кружочки. И вот вы видите, что можно вот так их регулировать. Чуть вот вперед ведете, вы видите, что мышца пошла сюда, позвонок пошел, и лапа ведет себя хорошо, правильно. Так, ну вот, тройка на нампаде. Выбираем, вот где-то что-то вот. В таком духе можно вот подправить.
смотрим опять же на таз, чтобы он не был уродливый, более-менее вот так вытягиваем и приподнимаем чуть-чуть хвост, вот, задницу. Тогда она будет смотреться хорошо. Ну и так, таким образом, вот теперь вот эту лапу G можно или вот сюда поставить, вот так где-то, опять же где-то ее R, так сильно не крутить. Если что-то перекрутили, сразу замечайте Ctrl-Z, Ctrl-Shift-Z, ставите назад лапу, вот таким вот образом. Вот лапа ушла, и вот приходится теперь ну вот, в принципе, получается вот такая вторая поза. Жмете А, И и локрот. Теперь Z на солид переключаемся. Ну и давайте посмотрим хотя бы эти кадры. Вот. Вот он уже движется. Благодаря картинке. Потом можно здесь еще добавлять, что-то переписывать. Но главное раскидать вот этого льва именно вот по этим позам. Ну что, теперь давайте посмотрим, что получилось. А получилась вот такая вот кошка. Чуть-чуть уменьшу, Shift, зажатое колесико. И вот давайте посмотрим первый мой опыт в движении. Вот так эта вся кошка движется. И вот на этом кадре, на 80-м, вот прозевал я вот этот вот подъем ноги, где-то что-то перекрутилось, и вот я его сразу не заметил, потому что в варфрейме находился, а потом, когда включил, тоже вроде все нормально, и уже в процессе пересмотра вот именно попал, что вот раз и нога перекручивается, но потом восстанавливается. И вроде бы пошла нормально. Вот так вот. Ну вот такая первая моя анимация кошки. Ну вроде так неплохо она не помялась. Ничего такого серьезного. За исключением вот ноги. Буду стараться на 80-м кадре это все переделать. И вот плюс еще тут маленькие у меня нюансы. Но я надеюсь, это можно подобрать, как-то изменить. В следующих роликах попробуем разобрать, чтобы вот анимация шла вперед на месте, чтобы он не бегал. Ну и также уже потом, как рендер сделать, как вот это все оформить, цвет разберем. И да много что еще будет разбираться. Так что следите за роликами, участвуйте в жизни канала. Все, всем пока, до свидания.